my veins. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say. Yeah, I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. Всем привет, вы на канале NLife. Проведу презентацию Elevator Space. Сегодня 17 апреля 2023 год. Elevator Space – ваша отправная точка в новый мир метавселенной. Далее. Happy Realty. Мы делаем вселенную на основе нашего мира, которая граничит на стыке реального и виртуального для комфортного взаимодействия и новых возможностей. Здесь вы можете посещать уникальные места, заводить новые полезные знакомства, собираться в группы по интересам, создавать или строить свои места притяжения, посещать звездные концерты и получать автографы, создавать свои фан-клубы и блогерские коллекции, проводить полноценные конференции, внедрять, строить, взаимодействовать с реальными бизнесами. И, конечно же, это все монетизировать, друзья. Далее. Happy Realty. Будь первым в новом мире, не упускай возможности пройти этот путь вместе с нами. Успей получить популярные локации, прокачивай заранее своего персонажа, забирай свои первые ограниченные атрибуты, поучаствуй в airdrop внутренней валюты метавселенной, построй свою сеть игроков и фанатов, успей купить по самой низкой цене токен проекта Drift Team. И самое главное, забери свой реалти бонус. И самое главное, успей стать владельцем NFT, участвующих в распределении дохода от создаваемой вселенной, друзья. Я свой NFT фотографию сделал, купил и сделал. И у меня она есть. В будущем я смогу его или в аренду сдавать, или продать. Далее, но я его продавать не буду. NFT-буксы. Выбери свой букс и участвуй в розыгрыше Tesla Mobile S. Каждый NFT-букс открывает глубину партнерской программы, друзья. Тут 6 разных буксов, друзья. Вот. Кто у кого есть, у меня стандарт букс. Вот. Охота уже закупиться бронзу, silver, gold, platinum и VIP. Но пока финансы не позволяют. Поэтому я пока здесь стандарте. Далее. Токен Drift Team. Сеть Polygon. Стандарт ERC 20. Количество 100 миллионов. За него будут происходить все взаиморасчетные внутри метавселенной. Каждый токен обеспечен USDT, то есть долларами. Продажи в метавселенной будут сжигать Drift Team, этим увеличивая обеспечение отдельно взятого токена. Что будет проводить и к увеличению его минимальной биржевой цены. Зачитаю свои записи. Первый. GFT. Можно покупать NFT аватаров.
Второе. GFT можно покупать в метавселенной. Третье. GFT обеспечен ликвидностью USDT, то есть доллар. Четвертое. GFT будет расти в цене, за которого потрачено в аирдропах, то есть в играх. А у нас тут в элеваторе есть 4 разные игры. Токен сейл будет проходить в 5 раундов. Не упустите возможность принять участие в нем. Токен сейл все ждем. Далее. Как получить токен? Ссылку оставлю под видео и закреплю в комментариях, друзья. Вот, переходите по ссылке. Для желающих оставлю, конечно же. Вот, перейдете по ссылке, попадете в телеграм-канал и попадете в бот или ватер. И там будет вам предложено подписаться на каналы. Когда вы подписываетесь на каналы, тогда вы получите первый GFT токен элеватора. Это понятно, друзья? Вот, зачитаю. Airdrop. Простые действия при регистрации и подписке на официальные телеграм-каналы. Партнер получит свой первый токен проекта, друзья. Я получил свой первый токен. Мини-игры. Играю любыми играми, приумножая свои токены. Есть 4 разных игры. Вот. Там GFT токены приумножаем. NFT боксы. Покупай боксы и получай гарантированные токены. Вот. Тоже в боксах присутствуют токены. Токен сел участвует в своей самой ожидаемой распродаже токенов GFTM. Я уже говорил, ждем все токен сейл. Запустится в будущем. Далее. Как использовать NFT букс? Каждый букс можно открыть и получить ценные предметы. Дополнительно каждый букс, купленный во время реализации их через партнерскую программу, будет содержать секретный подарок. Главный подарок – это автомобиль Tesla. GFTM будет использоваться во всей экосистеме Elevator, покупки в метавселенной, взаиморасчеты в метавселенной и так далее. Все это дает вам возможность заранее подготовиться к взаимодействию в новой мере и поучаствовать в розыгрыше автомобиля Tesla. Главный приз – автомобиль, друзья. Далее. Вот. Marketplace. Самый любимый слайд, мой интернет-магазин, по-другому, если говорить. Покупка автоартефактов и реального товара. Аренда или сдача в аренду прокачанных персонажей и не только. Продажа своих ценных предметов и товаров. Я свои GFT токены коплю на вот такие вещи. На телефон. И диодные лампочки, куртка, одежда можно купить. Мне не надо, конечно, но можно купить, да. И запчасти автомобиля. И все это покупается GFT токенами. И будет реализована карта своя. По карте покупать, продавать мы будем. GFT токен, свой собственный токен здесь, друзья. Если кто не понимает, то вот, например, я в России живу, я пользуюсь рублями, копейками. То есть за рубли покупаю, продаю все, что мне надо. Вот. Если я бы жил в Америке, то я пользовался бы долларами, центами. То есть за доллары все, что угодно покупал и продавал бы. А вот тут в элеваторе за GFT токен покупается, друзья, и играется тут. Это понятно? Основная валюта здесь GFT токен. Далее. Партнерская программа. Продажи кейсов, продажи токенов. Выплата процентов по уровням производится с оборота вашей структуры. Это слайд для тех, кто в лидер в команде. Вот. Умеет приглашать, любит приглашать, умеет с командой работать. Вот. Но я умею, люблю рассказывать и показывать.
Далее. Бонусная программа. Программа направлена на получение реальных призов, таких как iPhone, AirPods и Apple Watch, друзья. Главный приз – автомобиль Tesla Mobil S. Далее. Дорожная карта. Дорожная карта наверху на зелененьком написано «Готово», все реализовано, все работает. Вот. А внизу оранжевым написано «В разработке». Вот. Будет постепенно запускаться проекты. Карта говорит о том, что проект пришел на рынок не первый день, не второй день, вот. А на долгосрок, друзья, на долгосрок. Поэтому я здесь. Мне понравился здесь играть, вот поэтому я и проект презентую. Далее. Успей стать участием новой реальности 2. Где нас найти? Телеграм, Твиттер и Инстаграм. Можно найти нас. Давайте перейдем. И вот Elevator Extreme Bot. Вот так он выглядит. Я вчера получил 4G. И сегодня давайте зайдем, посмотрим. Играйте в бесплатные игры и получайте подарки, друзья. Вот призовой фонд уже $673. И в данный момент доступно для всех 4 разных игры. CryptoWell, Лотерея, Dice, Jackerboss. Кому интересно вот эти 4 раза игры, добро пожаловать, играйте, друзья. Заходите, играйте, приумножайтесь. Мне интересен вот этот CryptoWell, основно. У меня 2 вращения, сами видите, вот осталось 2 вращения. И захожу крутить колесо, вот сюда кликаю. Внимательно смотрите, друзья, если кто не знает. В данный момент наушники AirPods есть, выиграть можно 1 GFT токен, можно выиграть 4 GFT токен, можно выиграть 1 USDT, то есть доллар, можно выиграть 2 GFT токен, выиграть можно 0, то есть ничего выиграть можно, просто 0. 3 GFT токен можно выиграть и батарея, можно выиграть. Давайте покрутим колесо, узнаем, что я выиграю сегодня. Может, ничего не выиграю. Вот. 2 GFT токен, друзья, я выиграл. Ура! Давайте еще. Я на это выпью свой бокал. Кофе подниму. За 2 GFT токен. Вот теперь можно. Давайте зайдем. Еще раз. Крутанем барабан. Открывается окошко, крутить барабан, что на сегодня выиграл, вот, что, вам выпало 0, ничего не выиграл, друзья, вот такое бывает, 0 попал, 0 попался, ну ладно, что есть, то есть, друзья, ну, все, друзья, я заканчиваю на этом презентацию, всем спасибо, кто смотрел, всем пока. Всем добра. Жду ваших комментариев и лайков.